Доброго времени суток, дорогие друзья. Прибыл очередной пакетик из Китая. На этот раз это будет чай китайский. Ждал я его очень долго, но поскольку таких распаковок уже было много, мы сделаем экспресс-распаковку кратенько. Желаю вам приятного просмотра. Погнали. Да, как видите, на пакете написан чай. Мы быстро его распакуем и посмотрим, какой же чай нам пришел в этот раз. Так, я попал по чаю. Походу или нет. Сейчас проверим. Это, скорее всего, женьшень. Да, я его где-то вспорол, потому что он разгерметизировался. Ну, ничего страшного. Так, это мы закроем. Откроем наши прелестные ножнички. Или, как я говорил в одном из прошлых видео, фантасмагорические. Да, это наш непосредственно женьшень. Такой вот он будет сладенький женьшенчик, и непосредственно так он будет выглядеть в самой Гайване. Да, вот такой вот женьшень нам сегодня поступил, ну, в принципе, как и в прошлый раз, но решил я вам все-таки показать, возможно, кто-то не видел. На сегодня у нас все. Желаю вам всего хорошего и до свидания.